Эй! Эй! Я не слышу тебя. Ну почему? Я просто не могу. Это потому, что ты очень высокий? Совсем нет. Вообще я был низким однажды, как ты. Ладно. Но потом я купил себе AirPods. AirPods? Это те беспроводные ушные штуки от Apple? Да. Теперь я лучше тебя. Что? Прости, я не могу слышать нищих людей. Что? На чем ты ездишь? Я езжу на Приусе. О, господи, какой я. Не можешь просто предположить, что я беден только потому, что у меня нету в ушах долбанного тикатака, йоу. Слушай, Мигель. Мое имя Роб. Я богат, ты беден. Я не буду слушать тебя, пока ты себе не купишь AirPods. Ну, тогда дай мне свои. Прости, что? Я хочу увидеть, что произойдет, когда я их одену, уже полиции. Ну, я думаю, я могу позволить себе заняться. Ох, заткнись, дай-ка мне их сюда. Охренеть! Мог бы ты их мне вернуть? Завали свою нищую варежку, бич. О, блин. Ссылка на оригинальное видео в описании.